Еще больше интересного, любопытного, важного. Еще больше вашего доверия. Вашего доверия. Главная дорога. В Сургут прибыли федеральные эксперты по кардиологии ведущих отечественных центров и научно-исследовательских институтов. Встреча состоялась в конференц-зале Сургутского окружного кардиологического диспансера. Мероприятия в рамках проекта «Главная дорога» прошли во многих субъектах Российской Федерации. Их основная задача – обсуждение эффективности реализации мероприятий дорожной карты для каждого конкретного получателя медицинской помощи и системы здравоохранения в целом. Представил проект «Главная дорога» директор Центра социальной экономики, член Общественного совета Минздрава России Давид Мелик-Гусейнов. Мы хотим актуализировать тему, мы хотим распространить лучшие практики по регионам, мы хотим, чтобы Сургут звучал на национальном уровне и чтобы другие субъекты как можно больше и чаще смотрели на такие эталонные регионы и тоже подтягивались к ним по уровню развитости своей медицинской помощи. В заседании принимали участие организаторы здравоохранения и врачи лечебно-профилактических учреждений Ханты-Мансийского автономного округа. Мероприятие прошло с использованием видеоконференции в режиме онлайн для 20 медицинских организаций Югры. Обсуждали социальную значимость программы, варианты доступной и эффективной кардиологической помощи населению Ханты-Мансийского округа, изучали опыт и практические рекомендации экспертов по кардиологии ведущих отечественных центров, определили задачи на будущее. В первую очередь увеличить продолжительность жизни наших сограждан, по крайней мере достичь показателей европейских стран. И для этого, конечно, нужна консолидация не только медицинской общественности, но и консолидация непосредственно органов власти, которые определяют политику области здравоохранения. Нужна консолидация с другими профессиональными сообществами. Ну и, конечно, очень много нужно нам еще работать непосредственно с нашим населением, чтобы у них, вы знаете, как-то культура отношения к собственному здоровью, культура сохранения здоровья была одной из приоритетных. Своим опытом и практическими наработками поделились ведущие специалисты в области здравоохранения как Югры, так и России в целом. Анна Максимова, Денис Зонов, Сургут, Интерновости.